выехали мы с друзьями покопаться на просто свежайшую перепашечку. Я хожу, кстати, друзья, я хожу с блондинкой. Взял у товарища потестить блондинку, отстроил ее. Я специально выложу это видео на YouTube. Короче, Витя нас со штатной катушкой, с теркой делает всех. Находочка, находочка, наконец-то нам улыбнулась удача. Друзья, всем привет! Вы на канале «В поисках золота Украина». Меня зовут Серега. Выехали мы с друзьями покопаться на просто свежайшую перепашечку. Ходит трактор, пашет потихоньку нужные нам места. И мы потихонечку выхаживаем. Значит, нас ходит 5 человек пока. По находкам шо, подойду к ребятам, покажу вам. 3 динарика нашли. Не, вру. Один динарик нашли серебряный, один бронзовый и один дупондий. Лезет спинки с фибул, лезут. Ну, всякая сопутка. В общем, у меня есть находочка, сейчас вам покажу. По традиции хочется передать привет группе в Вайбере Коп.ua, спилке блогеров Украины, группе Хабар Плюс, группе Тустань. Друзьям вам всем привет. Смотрим находочку. Значит, находочка, друзья, вывалилась вот такая вот замечательная, не маленькая, заметьте, спиночка с фибулы. Находочка, берем. Вот такая вот замечательная перепашечка. Не сильно грубая, свежая, грудки рассыпаются, приятно ходить. Я хожу, кстати, друзья, я хожу с блондинкой. Взял у товарища потестить блондинку, отстроил ее. И хожу с блондиночкой. Что вам хочу сказать? Находки лезут мелкие. Хожу на частоте 28. Лезут мелкие находки, сопутка лезет. В общем, пока нравится. Посмотрим, как она себя покажет дальше. Идем искать, не будем терять времени. Есть находочка, друзья, еще одна спинка с фибулы. Смотрите, какая красивенькая, замечательная спиночка с фибулы. Еще и с серебряными накладками. Прикиньте, вот это да, вот это серебро. Прикольно. Берем, идем дальше искать. Не переключайтесь.
Иду к пацанам, друзья. Короче, Витя нас со штатной катушкой, стеркой делает всех. Да. Пока месть. Третий динарик, четвертый динарик. Четвертый динарик, прикинь, мы тут с Деусами ходим. И вообще ничего, кроме... Залипший немного, но серебряный. Ну... Серебряный динарик. По-моему, даже пи, если я не ошибаюсь. Что-то okay, просматривается, да, видишь? Да-да, что-то очень такое. Очень похож, правда? Похож, да. Ну, Витя хорош, поздравляю. Вить, я не знаю, что у тебя есть три вот следы рядом, видишь, идут три. Да, видишь? Между следами. Между следами. Спасибо, бля. Между следами влупил. Хороший, ребята, терка со штатной катушечкой делает деусы в секунде. Да. Четвертый динарик, да? В легкую делает. Красавчик. Покажи еще. Ага, вижу. Вот вам, ребят, терка. Покупайте терки. Покупайте Деусы. Ладно, идем дальше искать. Серега расстроенный уходит в темноту, друзья. А у нас есть находочка. Находочка. Наконец-то нам улыбнулась удача. Я наныл этот динарик, отвечаю. Реально наныл. Это... Марк Аврелий. Кто там он? Нерва Троян, Адриан, Антонин Пин и Марк Аврелий. Пятый из пяти эпохи. Пяти хороших императоров. Не знаю, как там видно, не видно. Ну, в общем, наныл я динарик. Ходим, друзья, ищем. Уже темно, но будем ходить. Пока перепашка свежая, надо ходить, потому что завтра-послезавтра здесь будет паломничество. Ладно, смотрите, не переключайтесь, я пошел дальше искать. Попробую еще себе что-то наныть, каких-то динариков. Что получается? Сержик сказал, что у меня хорошо получается. Ладно, идем искать.